Кать, с победой. Спасибо. Пару слов по горячим следам. Как прошла игра, как оценишь? Игра прошла достаточно хорошо, все работали слаженно, девчонки. У нас был настрой только на победу, другого варианта у нас, конечно же, не было. Да, действительно, сегодня игра была достаточно такая напряженная, конечно, но мы сразу с первых секунд как-то собрались, и вот все на счете видно. А что помогло одержать победу с достаточно крупным счетом все-таки? Мне кажется, все-таки это слаженная работа. Это постоянные тренировки, конечно, ну и поддержка тренеров. Конечно, тоже это очень важно, когда на скамье тебя поддерживает тренер, подбадривает, говорит ошибки, что-то, что исправить, конечно. Вот, и все это вместе помогло нам одержать победу. Чем-то соперник сегодня удивил? Нет, в принципе, достаточно предсказуемая была игра. Гроза достаточно сильная команда, мы к этому готовились, готовились к тому, что будут прессинговать, поэтому... Мы были готовы и одержали победу. Отлично. Огромное спасибо и удачи в дальнейших матчах. Спасибо большое.